последствия обстрелов драмтеатра. Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Сейчас люди пытаются эвакуироваться. Авиаудар был по драмтеатру, прямо в центре. Мы были на первом этаже и не пострадали. Но авиаудар под этими завалами, возможно, куча много людей. Последствия обстрелов драмтеатра. Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Сейчас люди пытаются эвакуироваться, которые прятались от обстрелов. Авиаудар был прямо по центру драматического театра, где люди пришли за водой.